Первой премьерой юбилейного сезона в Ивановском драматическом театре станет комедия «За двумя зайцами». Новую постановку покажут 19 октября. Мечта поставить на ивановской сцене именно этот спектакль зародилась давно. И вот, наконец, она осуществилась. Эта идея была не нова, она принадлежала прежнему руководству театра. И поскольку материал интересный, и в первую очередь это классика, мы решили оставить и воплотить эту идею. Естественно, менялись там как бы режиссеры, которые должны были приступить к постановке. Но вот выбор остановился на Татьяне Ворониной. Центральный персонаж комедии – пижон и щеголь Свирид Петрович Голохвастый, промотавшийся цирюльник, который хочет поправить свое материальное положение за счет женитьбы на некрасивой, но богатой невесте, и в то же время мечтает охомутать дочь простой торговки. Из-за этого он попадает в неловкие ситуации. Роль Голохвастого исполняет Евгений Семенов. Артист считает, что этот персонаж очень современный, актуальный для нашего времени. В каком-то смысле его жалко, но я выступаю сейчас в данный момент как адвокат своей роли, да, ну, потому что если бы я его не защищал, то как же тогда я перевоплотился, да, ну промотался, что после отца осталось, человек промотал это все, ну не от великого ума, конечно, и попал вот в такую ситуацию, и приходится выкручивать, а что это сейчас, выходя на улицу, это все можно и увидеть. Чтобы юбилейный сезон запомнился, руководство театра драмы решило пригласить в Иваново новых режиссеров. Татьяна Воронина – выпускница Щукинского театрального института, из их числа. «За двумя зайцами» – это первая ее постановка в Иванове. Актеры отмечают, с Татьяной легко и приятно работать. Очень положительные впечатления, очень интересный режиссер, необычный. Татьяна Владимировна, она как бы дает более, как сказать, большую свободу для творчества, может быть, как бы. Это не умаляет достоинств там, других режиссеров, просто она работает по-своему, и как бы мне интересно. У каждого режиссера свой подход к работе. Татьяна Воронина позволяет актерам импровизировать на сцене, не загоняет артистов в жесткие рамки. Ой, устала! Бегала, как борзая за зайцем, пока все яблоки продала. Ой, дай, думаю, заскочу к Серку. Да, прокину рюмочку другую. Серко? Кто это Серко? У меня была собака Серко, да я ее давно прогнал со двора, потому что так гадко дразнили. Тё, да. А разве ж не вас прозывали, да и теперь прозывают все на Подоле Серко? Не Серко, а Серков. Ишь ты, по маме наши стали. А в одном сапоге ходите. А у себя дома я волен хоть и голый ходить. В день премьеры состоится бенефис ведущего мастера сцены Валентины Петровны Кузнецовой. Чествовать юбиляра будут сразу после спектакля. А пока есть время, актеры оттачивают мастерство, осваивают декорации, примеряют костюмы. Главную оценку работы артистов дадут зрители. В премьерной постановке «За двумя зайцами» будет задействовано более 20 артистов. Рекордное для последних спектаклей количество. Будет интересно, обещают в драмтеатре. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Любовь Вочерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.